Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Андрей Денисов и Марго Овсянникова сходили на романтическое свидание. После него Андрей понял, что девушка не очень искренняя, ему не о чем с ней разговаривать. Андрей переключил свое внимание на Татьяну Мусульбес. Стало известно, чем занималась Марго до проекта. Ее фотографии есть на многих зарубежных сайтах по предоставлению эскорт-услуг. После обнародования этой информации Маргарита закрыла свою страницу в Инстаграм. На острове Маргарита сдружилась с Лизой Триандафилиди. У них оказалось очень много общего. Саша Черно поделилась фотографиями с модного показа на неделе моды в Москве. Она закрывала показ в свадебном платье. В недавнем эфире Саша поругалась с Ольгой Рапунцель из-за полной мойки и грязной посуды. Рапунцель уверяла, что это Саша не убрала за собой, она обозвала ее свинюшкой, грязнулей и невоспитанной базарной бабой. Черно же настаивает, что посуду оставили гости, которые приходили к Ольге. Дима Дмитренко публикует фото со съемок. Он очень много работает, но подробностей пока не раскрывает. Лера Фрост заметила странности в поведении Захара Соленко. Она отмечает у него перепады в настроении, то агрессия, то порывы любви, то психи, то нежность. И с этой проблемой она обратилась к экстрасенсу. Лера с Захаром ходили на вечерний киносеанс. Также были в кино и бывшие участники Вика Романец, Антон Гусев, Кристина Лисковец и Федор Стрелков. Александра Шева сообщила о возможной беременности. Она сказала, что если беременна, то будет рожать. Имя предполагаемого отца Саша сказать затрудняется. Ведь за короткий период в ее постели успели побывать Сергей Захарьяш, Никита Шелюков и Арачи Банян, и это только на Сейшелах. Дима Талыбов увиделся за периметром с Сашей Гозиас. Она теперь свободная женщина, живет одна и сама пригласила Диму в гости. Ребята обменялись номерами, и Талыбов признался в эфире, что ему Гозиас очень понравилась. Появилась информация о новеньком Виталии, который пришел к Рапунцель. Он совсем недавно был женат, и у него есть 4-летний сын. Татьяна Африкантова в очередной раз опозорилась в эфире. Не стесняясь присутствия дочери, она продемонстрировала в очередной раз технику своего знаменитого ковшика. В качестве подопытного она использовала Андрея Черкасова. Андрей добровольно согласился на эксперимент, но ему было явно некомфортно от того, что Татьяна трогала его за причинное место. Бывший участник проекта Вальтер Соломенцев попал в психбольницу. Он был в тяжелой депрессии после расставания с Олесей Лисовской и говорил о суициде. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.